2016 год. Кайта решил заняться постройкой уровня, под названием Innots. Изначально, его сложность планировалась, как обычный хардер 6 звезд, но вскоре этот демон был бафнут до экстремального. Проверкой этого демона решил заняться друг Кайта под ником Синси, и во время своего прохождения он бафал этот уровень и бафнул его до такой сложности, что он стал не по силам самому верификатору. Этот демон стал сложнее таких демонов, как Bloodlust, Деймос, Коварета, и даже стал сложнее самого Зодиака, который на тот момент планировал стать топ-1 демоном. Шло время, настало 12 марта 2019 года. После прогрессов 50 и раны 50-100% он решает покончить с проверкой этого уровня. Кайта похвалил его за этот поступок и предложил верифнуть облегченную версию, что он и сделал 18 марта 2019 года. 3 февраля 2020 года Myst 3 Red проходит свой сложнейший демон, под названием Incipient, и решает заняться прохождением своего нового сложнейшего демона. Для этой цели он выбирает Innards. 28 апреля он ставит прогрессы в 51-63%, а позже и 80%, но 30 апреля станет роковым днем, после которого он поставит рекорд в 90%, и после этого не последует ни одного нового рекорда. Дни шли, неудачи преследовали его, но прошло 15 месяцев, и он поставил новый рекорд – 92%. И 24 августа 2021 года он проходит его. Пицца. Что за рестица? Что-то мешает ими хлопать. Дети попали на лобик, будь собой, соси с любовью. Своей слюной течет мой член. Лучше займи собой, прежде чем пиздеть. Я молодой, это больше чем. Я бы мог хотеть в этот чудесный день. Почему бы тебе не закрыть свой рот? Дом потом открыть его и отсосать мой бог. Мое платье твой новый бог. Ведь оно стоит больше, чем весь твой дом. Louis Vuitton лежит ясно языком, играет бадминтон. Сама собой зубы это фол. Пусик это, она даст топ. Я дам ей дом, уберись в нем. Ее каньон, мы не вдвоем. Курю ее топ, лед, дым как лед. Hey you, green data, go smooth. We check the price, не раздевайся. Go smooth, you check the price. Не раздевайся, куришь, пилишь. You top, my knees.